конечно, он ставит свою задачу террором, самым страшным террором, заставить русских замолчать, убивать их, вот, и руководителей в основном, и мешать, так сказать, созданию каких-то вот движений. То есть народ Юго-Востока готов, но вот именно одиночными, точечными терактами они запугивают. Потому что у всех семьи есть. Человек выходит на улицу и исчезает, его нет. Захватили, увезли, пытают и убили. То есть ставка у Коломойского, чтобы Киев не замешивать, якобы Киев тут ни при чем, это вот террор. Установить террор по всему Юго-Востоку.